Здравый смысл. Вот посмотрите, Библия. Одна из главных книг человечества. Но сколько бед и горя, сколько страшного за века произошло на нашей земле, от имени якобы Господа, используя тексты Библии. Как много людей становятся глупыми и жестокими, совершают страшные преступления, часто считая, что они правы, используя впрямую текст Библии. Как же так? А вот просто. Часто люди, недалекие, неглубокие, поверхностные, но имеющие власти, возможности, используют эти тексты так, как они их понимают. И вот один из учителей, один из наставников своим ученикам вот эти мои слова, размышления проиллюстрировал очень простой притчей. В одной деревне жил кузнец, он уже был в возрасте и нуждался в преемнике, в ученике. Он достаточно быстро нашел такого человека, который был честен, но не очень умен. И вот, чуть ли не в первый же день, когда они вместе начали работать, кузнец сказал своему ученику: «Слушай меня внимательно, как только я вытащу из огня раскаленную полосу металла, я тут же кивну тебе головой, а ты молотом тут же бей по ней». Этот молодой человек, этот преемник сделал так, как он понял, и на следующий день стал главным кузнецом этой деревни.